Всем привет! Я решил немного изменить стратегию своего выбора героев. Я буду играть за рандомного героя, который мне будет выпадать. Ну, соответственно, на харде, и если повторяющийся герой, я не буду им проходить. То есть я именно на прохождение буду намечать свой путь. Поехали! Ох, как мы начинаем сразу с баблом. Не уверен, что это хорошая идея. Мне кажется, надо зайти еще вот в эту комнату. Идея более-менее оказалась. Учитывая, что мы теперь избавились от этого говна, во-первых. Во-вторых, у нас появился хоть какой-то активный предмет неплохой. Правда, мы заплатили за это серенькое сердечко. Это беда. О! Вот это да. Тихо, тихо. Так, а вот и ключик. Ну, раз есть ключик, значит идем в магазинчик. Потому что у нас есть огромное количество денег. Так, и здесь мы видим сердечко, бомбочку и компасик. Так, продолжим. Ой-ой-ой-ой-ой, какой же ты прыгучий попался. А эти двое так вообще еще и взрывучие. Стоит бояться. Так, здесь отличный камушек есть. Я думаю, я потрачу бомбу на него. Готово. Так, как мы знаем, из костерков что-то вкусное падает все-таки. Взрывной паукан. Ой, ты какой! И к боссу. Пин. Видимо, придется с ним повозиться, да? Он обычно так много не прыгает. Привет. Так, коробка с карандашами. Are you wizard? Жохер. Жохер, так Жохер, поехали сразу. Ай, елки. Да, я могу покупать только за сердечки. В принципе, можно вот эту штуку взять, это будет огромный плюс дамаг. Давайте на ней уедем отсюда. Все, дальше. Так, а что это я за ребеночка взял? Дайте я посмотрю. Вот чисто для своего образования. Ребеночек. О, прикольно. Мы больше не получаем повреждений от хождения по шипам. Вот это вообще отличное место. Ню-ка. Ой-ой-ой, как сладко это все выглядит. Что это за плоскота такая? Ой-ой-ой, задумался. А,
это то, что деньги дают ключи. Деньги, ключи. Давай, собачка. Давай, налегай. Ух. Are you wither? Balls of Steel. Запомнили? Беленькая таблетка вертикальная. Так, деньги-ключи. Ну, в принципе, я могу деньги пока не собирать, да, ходить вот с этой штукой. А потом, как надо будет собрать денег, я сразу за милую душу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая досада. Взрывоопасные паучки. Ой-ой-ой, какое счастье. О, что это? Какой-то цветок. Смотрим, что за цветок. Black Lotus. Плюс одно здоровье, плюс один Soul Heart, плюс один Black Heart. Прикольно. Ну, плюс одно здоровье он мне не даст, я так понимаю, да? Но он два серых здоровья он мне выдал. Волшебство как... Стоп, как я здесь очутился? Пять комнаты меняются местами. Так. Ощущение, что я теряю здесь время. Нафиг отсюда, поехали. Надо заехать. Ой, иди, ты как? Зато ржачок здесь рядом. Book of Sins. Ну, только вот разве что вот так сделать. Собственно. Ух! Так. Веселенькое сердце, бомбы, ключи. Не знаю, пока дальше. Ой-ой-ой, сколько тараканов-то выбежало. Сундук с пилюлями. Pretty Fly, красно-белая. Желтая паралич. Опять ничего ценного, но пока что уже отлично все выглядит. Ах, ты ж раздавила меня своей тушкой. Готово. Блин, меня ж теперь Dark Room не откроет. Ну, в смысле. Ну, не открылся, смотри. Крампус? Нет, не Крампус. Еще мне дамаги предлагают взять. Вот это я даже не знаю. Нет, я не буду вот эту штуку брать. Я не вижу здесь какой-то обязательности. О-о-о-о-о. Так. Стоп. Все, поменялись комнаты местами. Вот, теперь можно идти за ключом. Если зафигнюсь ключа. Да хорош! Где я вообще уже? Я уже потерялся.
Жесть, а прикиньте, амнезию еще на это наложить. Катастрофа просто какая-нибудь была бы. Хыч. Ты, что тут скидон лежит и батарейка. Что все-таки лучше? Оставить себе ключ или топтание по шипам? Я думаю, топтание по шипам. Бывают такие места, где нужно пройтись. Был бы у меня полет. А так... Долго я, конечно, зачищался. Тут, ну... Ладно, надеюсь, прокатит. С ума сойти. Это взрывные мысли, да? Я все время их путаю с Poison Blood'ом. Надо будет уточнить. Это Poison Blood, да я бы сейчас счастьем его схватил бы. Так. Уточняем. Да, это взрывные мысли. Беда. Не хочу. Вообще бесполезная вещь для меня. Ну, как дамагер только, разве что. Что-то ключи падают один за одним. Хорош. Мухи-цикатухи. Да ладно тебе. Сколько я всего посливал сейчас. Ой, там давай заваливай их всех. И какой попался оловянный солдатик. Снова бомба. Взрывучий случай тут сейчас будет. Ай-яй-яй. Что-то там рвануло. Еще прицепился. Эх, если бы он синие сердца восстанавливал, цены бы ему не было. Да ладно. О, за это спасибо. Тык. Мухи. Мухи-переростки. В принципе, можно купить. Только деньжат надо прибрать. А где деньжат прибрать? Привет тебе, Пестиленс.
Направляю на тебя мега червяка говняка. Так, ничего не выпало. Давайте, ребята, подходим. Подходим смелее. Так, а денег-то и нету. Деньги. 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 Я не думаю, что я могу наступать на эти шипы без затраты жизни. Они здесь какие-то отдельные. Отдельно стоящие. Блин, и где денег взять? Так, трыжа. А где трыжа? Блин, здесь не... Да, как... Здесь что ли? Вашу Машу, как он тут... Блин. Не дают и все. Деньги, денег дай. Слава тебе, Господи, денег дал. Эту большую мыху. Мои мухи стали большие, типа. Сильно бьющие, прям. Осталось гуппи собрать, и вообще супер. Так, ну на босс... вечеринку я, наверное, не успеваю. Ой, ёлки-палки, что здесь происходит? Уйди, уйди, уйди! Офигеть. Ой, как обычно, гадость какую-то понадкрывал. Рейндж даун. Пофиг. И так был невысокий. Я не думаю, что я сильно разницу замечу. Так, гематогенка. Ой-ой-ой, вот это вот голимый босс. Вот это очень голимый босс. Во-первых, вот эти фигни стреляют. А во-вторых, сам босс голимый. Я так вроде более-менее при это не сражаться. Очень многие говорят, что он очень сложный. У-у-у, говномир. О, большая есть. Давай, 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 червяк, попадай. Есть, натравил червяка. Так, мелких мел, освободите говно. Так, они еще... Вот мельтешат туда-сюда. Это броновское движение говна на самом деле происходит. Это тяжело отследить все. Да ладно. Что-то я облажался, наверное, было здесь ставить. Нет, я не облажался. В смысле, я в конце, в конечном итоге, я, конечно, облажался. Ой-ой-ой, sweet suffering. Брать.
Это кто такой? Мистер Мега Бласт Дэмэдж. Так. Сейчас какой-нибудь эпик фетус и все. И я король. Ой-ой-ой. Паровозики. Ты какой, а? По перекрестку-то прошел. Блин, мой червяк так и ползает за ними. Червяк. Вот, смотри, новая цель. Так, что я сюда-то лезу? Ого! Как ты тут очутился, парень? Ух ты! Тут я увернулся, сам не ожидал. Там что-то какое-то термоядерное вообще реакция идет. Червяк врага жрал. Тот видел. Ой, ненавидишь. Смотрите, как мои мухи просто пол здоровья ему вынесли. По-хорошему, мне срочно нужно собрать гаппи. Но такое ощущение, что я его не соберу. Тупо вот такое у меня ощущение есть. Нафиг, погнали. Все ключевые комнаты уже осмотрели. Глубины Excel. Так, ну как я и говорил, я не успею. Чтобы успевать на босс раш, это надо, чтобы в начале попадал какой-нибудь супер-пупер мега экзотичный вообще предмет. Эй, парень, привет, я здесь. Вот. Супер-пупер мега экзотичный предмет. Что-нибудь типа эпик фетуса. Ох, как сладко-то. А, прожимаю лапу, не работает. Дальше лесные человечки. Ну как же так, Витя? Так, сколько у меня гуппи частей? Одна? А, две. Слушайте, а если бы я тогда этот ошейник взял бы, у меня бы сейчас гуппи был бы. Насрать. Маджишина на маджишина поменял. Слабо. А чё я обхожу эти пятна крови-то, я не понимаю. Я могу спокойно по ним ходить. Привилегированный. 6. Ищи теперь, что эта шестерка делает, а? В общем, это какое-то сумасшествие происходит, когда ты берешь эту фигню. Реролит все. Нахрен. И все, что на мне, реролит. Но мне нравится то, что на мне. Вот в чем вся беда. Ой, окей. Можно, конечно. Так, чисто поржать давайте. Так, у меня теперь есть нож.
Давайте смотреть, что у меня теперь есть. Так, комп остался. Технология, муха, цикатуха. Ножик. Ух ты, митру выдал! Нифига себе! Так, циферин остался. Это что за банка с ядом? Пентаграмма осталась. Башка, это хорошо. Дамаги много. О, еще и дух. Так, рерольный есть также предметы, которые были на этаже. О. Range down. Нет, спасибо. Угу. Теперь это стало ключом. Но так как активки у меня нет, почему бы и нет? Почему бы и не забрать? Так это у меня технология половинка, да? Что-то я не понял, у меня компас куда делся. Стоп. У меня такое ощущение, что крестик есть, который предотвращает первое повреждение. Потому что по мне вроде как ударили, но я не ощутил. Так, ладно, наверх. Дамаг действительно солидный. Ну вот не зря же они здесь так поставили. Нет, зря. Блин, вот я их тут всех насилую. Да, у меня действительно есть предотвращающий первый удар предмет. Интересно, то, что я трогал два предмета из Гапи, оно считается или нет? Слушайте, надо было, наверное, сначала все пооткрывать. Это я тупанул в данном вопросе. Темперас. Так, стреляющая куколка. Что тут можно сказать? Веселье только начинается. Бам! Муха на него наехала. Ух, Small Rock нашелся. Нет, здесь нету. Так. Ну, давайте в донат машину все скинем. На босс раш я все равно не успел. Все, сломал машинку.
Так, что я еще хочу? Я хочу секретку все-таки попробовать найти, но... Я пока не понимаю, где. Нигде ее нет. Чей туфля? Так, а с мамки я уже не убегу. Все-таки, а где же секретка? Я ее не находил еще. Если здесь нет секретки, то ладно вам. Издевательство какое-то. Так. Ура! Lock up. Вот это спасибо. Так, ну что тут осталось-то у нас? Сундук. Бомбы. Зачем в таком количестве бомбы? Ключи еще пригодятся. Надо еще решить, куда я пойду. Мне, в принципе, и в чест надо сходить, и не в чест, собственно. Ладно, поехали к мамке. Вот теперь решаем, куда пойдем. О! Да ладно! А я не знал, что оно сожрет у меня все жизни, если честно. Блин, будем тогда... Жесть вообще, оно сожрало у меня все жизни. Но зато я теперь стал кошкой. Тут это пипец. С одной жизнью. С 9, точнее говоря. Ну, попытаемся. У меня же есть, тем более, антиудар первый. Так что это вполне себе реально. Так. Камней с крестиками я не вижу. И здесь. Я вроде бы словил дамаг, да? Но вроде как выжил. Блин. Ладно, я в Dark Room пойду. Там мне столько ключей не нужно. В любом случае. Так, сюда мы не пойдем. Так как этот мне уже не нужен, можно сделать его так. Так. Нашлась секретонька, но здесь ничего интересного. Это все туда же дверь. Так, с крестиком. Не видно.
Может, здесь какая-нибудь суперсекретка? Нету. Так, здесь я был. Налево. Налево, сэр. Нарвался на муху. Это называется. Бам! Ой, счастье какое. Значит, что я могу сказать? Видите, Гаппи считается собранным, даже если вы реролились потом. Вот это меня очень интересовало. В принципе, там и не могло быть ничего. Весь он гигантский. Но величину мух я все-таки профуфукал, получается, да? Мозги ползающие — не очень страшная вещь. Я все время забываю, что у меня... О! Я забываю, что у меня есть нож. То есть я думаю, что я лазером такой летаю, убиваюсь. На самом деле у меня нож есть. Так, что-то я как-то зацикловался здесь по комнатам ходить. Если честно, немного затерялся. Вот сюда, по-моему, да, я не ходил. А, смысл уже что-то прожимать, я не понимаю, если я все собрал. В смысле, все комнаты. Эпичные. О, наконец-то я нашел босса. И аппарат по сдаче крови. Дай серую. Нет, он решил откупиться от меня. Его босса мочить. Не так уж много у меня повреждений, я вот смотрю. С двумя жизнями так и ходим. Так, хотя бы карта видна. Это гуд. Моя муха, по-моему, не очень редко попадает. Так, с крестиком. Камни, камни с крестиком. Где вы? О, муха заехала вовремя. О, о. Крестики. Можно вообще тупо повзрывать. Ну, что интересного видите? Вот так чисто поржать. Так, книжку. Может, ее взять, слушайте? О, она мне весь лабиринт раскрыла. Так, а где же тут босс? Ну, босс... Скорее всего, наверное, в правом нижнем углу. Но я бы туда его поставил, по крайней мере. Интересно, почему он взорвался в конце? Ура, три сердца. В принципе, с таким набором артефактов, как у меня,
Я не думаю, что должны быть какие-то проблемы вообще. А вот, да, я был прав, босс внизу. А, я знаю, что взрывается, это моя муха взрывается. Упс, извиняюсь. Дингл. Крестики, вы где? Не, нифига крестики не вижу, поэтому приходится вглядываться так серьезно. Так, я, кажется, в Dark Room хотел, да? Поехали. Так. Боссы, привет. Обожаю. Обожаю обычные челленджи на высоких уровнях, потому что здесь появляются только боссы. А с боссами у нас разговор короткий. О, какой продолговатый уровень. Ну, босс, скорее всего, вправо. Босс обычно в самом дальнем углу. Как ни крути. О, босс вот стиль, отлично. Так, давайте вниз сходим. Опа. Да не буду я ничего брать. Сундук только поюзаю. Гаппи у меня уже есть. Можно было, конечно, приколоться с хвостом гапписка. Но здесь уже смысл в том, что надо бы подсобираться уже, да? Да получше. Комбочки делать. Здоровиться, в конце концов, нужно. Так. У меня есть защита от входа-выхода. Очень интересно. Пандора меня всегда удивляет. Она то всю комнату золотом засыпет, то вот мне последний раз выдала одну золотую монетку. О, в этот раз выдает неплохой артефакт. Я, наверное, с ними поеду. Срабатывает защита от дамаги. Ну да, здесь близко к Вину, я бы так сказал уже. Ну, в принципе, уже больше ничего не надо. У меня билд самодостаточен. Добавить здоровье и все. А куда уж его добавлять? И так уже почти максимум. Да? Сатана, привет. Как так я не попал к ноге? Forget me now, таблетку открыл какую-то. Дрямь глубже. О, вопрос. Берем.
Что это такое вообще? Да что это такое? Какие-то предметы выпадают, которые я не видел вообще никогда. Думал, я уже все видел. А нет. Какой-то чан. Так, выстрелит 8 стрел в круге вокруг Айзека. Да ладно. Давайте проверим. А чё он моментально-то перезаряжается? Так и должно быть, что он моментально перезаряжается. А, у него recharge time. Одна палочка за каждую выстреленную стрелу, но у меня скорость стрельбы просто сумасшедшая. И он моментально перезаряжается. Но у меня не такие уж мощные стрелы, так что... Ну его нафиг, как говорится. О, Атас, ребят, поехали сразу к боссу. Я не пропоминаю, чтобы ламп так собачил. Хорош, я тебя все равно убью. То ли я не попадаю по нему ножом, то ли что. Открыто три вопросика в соул. Ну, собственно, вот и все. Довольно-таки простой получился ран, как только я запустил эту комнату с тремя шестерками. Ой, с шестеркой. Оно мне такую имбу выдало, что я какой-то вообще почти неубиваемый. Я даже здесь, смотрите, получил одно повреждение всего лишь, хотя вроде бы набрал-то прилично повреждение, вошло в меня. Прикольно, чё. Спасибо, ребята, всем за внимание. Опять мы видим missing poster. Надеюсь, вам понравился этот ран. Мне, по крайней мере, понравился. Реально, вот я даже не ретраил его. Я вот как сел, так все. Прикольно получилось. Ставим пальцы вверх. Обязательно подписываемся на канал. Я вас всех люблю. Пока-пока.